Думаю, после видоса стримеры чат начнут шарить. И, блядь, что там? Художественный фильм, прошлогодние шутки или последний киевский поход? Ukrainian YouTube poop? Не всех, кто хоть чего-нибудь помнил, давным-давно уже замочили. Блядь, тут художественный властелин Кала. Три были переданы эльфу. Бессмертным созданием, самым мудрым и справедливым из всех живущих. Жопу почесал перед отданы повелителям гномов. Девять колец были переданы человеческому роду. Судя по их реально девять. Напрасно. То было сделано еще одно кольцо. В стране Мордор, в огне Роковой горы, темный властелин Саурон тайно создал единое кольцо. Подчинявшийся себе и в это кольцо он вложил всю жестокость. Злобу свою засадил, детские комплексы, туда привычки нехорошие и все такое. Вот такая вот зак-зак-зак. Блять, че за херня? Старшина, открыть ворота, быстро! Быстрее, 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 быстрее! Да блять, лучше бы ставили хотя бы про Бенедента Камамберча. Выбачь. Опишов бы ты. Да, это в каком, блядь, хрустальном черепе наши были. Я бачу, вы на місцево, чи не так? Я не розумію свинячу мову. Понимаешь? Блять, стандартное общение в чат-рулетке. Как вы вымовляете «г», думаю... По-русски говори! Судя по произношению некоторых букв, рискну предположить, что вы с востока Украины. Но что, если я вам скажу, что никакой Украины не существует? В оригинале было про восток Украины. 5+3. Это 8 лет. 8 лет длилась бомбежка мирных жителей на Донбассе. В Одессе даже выжигали людей. Русских убивали за то, что они русские. А почему? Ты что, выдло там была, что ли? Думаю, блядь, товарищи, зі східної України. Были вооружены. Россия. А почему? Думаю... Ядерка будет 100%. Так что нравится, не нравится. Спасибо, моя красавица. Миллионы русских людей долгих 30 лет жили на земле своих предков, как угнетенные люди второго сорта. Глубины русской цивилизации Киев стал символом ненависти ко всему русскому. 30 лет эти бесноватые клоуны соревновались с русофобией. Украина вышла из СССР мощнейшей передовой промышленной и аграрной страной, а к сегодняшнему дню превратилась в нищую колонию западных спекулянтов и доморощенных олигархов. Настало возрождение Великой России. Слава Руси! Наш враг приготовился. Я уже мозги, блядь, закипаю. Он собрал в кулак всю свою мощь. Не только орков, но и белорусов. Легионы Хродривов. Так тоже наши. Наемники с побережья. Все откликнулись на зов Мордора. Этот-то больше всего откликнулся. Надежный союзник. Каким мы его знали, приходит конец. Здесь удар вражеского молота будет самым тяжелым. Но с нами белый как? Молот. Это чего-то стоит? Гэндальф? Вы чувствуете панику? Конечно, вы должны ее испытывать. Вы чувствуете ужас? Может, вы должны заметить дипфейка? Мы люди эльфы, а не орки, и мы воюем, то значит должен быть сюжет возвращения короля. Я долго думал и решил провозгласить в Украине монархию. Наконец! Я и двойным цифрой просто прикинулся. Заставный, блядь! Все еще ждут вторжения. Клич! Сверху. И тот, кто физически отделен от других, несет в себе частицу коллективной ответственности. Представьте, что бы они сказали там друг с другом конфликтующие сидят. Вам тоже. Вам еще только предстоит обрести веру в Ленина. Ну и хуета же, блядь. Я все, что вы знаете. Я тоже. Что в Херсоне 20 тысяч людей осталось российских военных. Он знает. Do it! Да чё ты карать?
Кринж. Переход! Врата в другое... Чего? Но мы с вами туда не пойдем. Пища для полушарий, наш париж парит. Вот и пробил час. Величайший битвы. Если ты даже сорвешь маску с клоуна, мы догоним каждого, кто играет не по правилам. Шаришь. Я шарю. Мои глаза в подобном положении дальше. Куда их унесло? Во мультивселенной. Бля, это же Назар. Но не совсем. Активируй директиву номер 66. Звезда смерти. Да, я уничтожил маньячку. Хули это и Украинин Ютуб Пуп. Мы вот тут с тобой боремся. Слагин. Что за херня? Идем дальше, ладно. Thank you.